Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Доброго времени и здоровья всем смотрящим. Да услышит слышащий, да увидит видящий. Тракторный бог пусть вас бережет. Никуда не собирался ехать. И вот, блядь, хоть телефон не включается. Я думал, что-то своими делами там покопаюсь. Звонили. И надо ехать. Сказал, через час буду что-то там потолкать. Грунт, шмунт. Ну, короче. О, сезон пошел, шипы вытащили они. Летние-то у них кончились по-любому. Шипы у них еще остались. Будут торговать. Блять, быстрее бы границы открыли, а? КамАЗ хочет выдернуть фуру. Так, мы начинаем с этого объекта. Песок, сказали, развести надо. Ну что, добавить тебе в шашлычки песка, что ли? Надо вот это все толкать туда вниз, вон в ту пропасть. Говорит, толкай. Я говорю, как я тебе буду толкать-то? Это что, бульдозер, что ли? Надо дорогу делать. Сейчас, короче, делаю дорогу себе, чтобы не вообще подъехать к кромке. И именно надо в том направлении, не вот туда, не туда, а вот просто по прямой. Понимаете? Вот туда вот надо ту пропасть толкать. Как я туда толкну, если... Надо вначале убрать все, а потом уже туда толкать. Говорит, такой же вот, как у тебя Терекс был, он толкал, ну он сделал. Я говорю, ну в смысле нахуй он сделал? Я говорю, это как бы это, ну... А перед уровни не те, видите, в чем все дело. То есть надо съезд туда делать для начала. И именно вот надо прямо туда. Не куда-то в другое место, а вот именно прямо. Вот туда вот не надо вот. Вот туда не надо, короче, все делать. Надо только по прямой. Это не сделать, если вот так не поубирать. Большим фронтальником, может быть, конечно, это реально, но этим-то не сделать. Куда нахрен? Сейчас вот вроде как проезд появится. Может быть.
может быть, это реально будет. Эх, туда, блядь. Да, вниз туда пиздануться. Мне туда съезд, по идее, делать надо. Самый низ. И съезд такой, чтобы я мог ехать. Понимаете, в чем дело? А не покатиться вниз кубарем. Корешок заберу отсюда еще заодно. Вниз-то мне кубарем покатиться неохота. Он говорит, вот этот дом из сэндвича построен. Ну как у меня гаражи построены, из холодильных камер. Говорит, охуенно. Я говорю, как здоровье человека? Он говорит, все заебись. Ну а что заебись? Как бы я говорю, внутри чем обшито? Он говорит, типа пока еще ничем, но обшиваем. Снаружи какой-то там плитой там, ну какой-то там CSP, ну хуй, короче, какой-то такой. Вот вроде проезд сделал, я не знаю. Вот они каркасник делают, а дырки потом просто затыкают этой плитой. У-у-у, такой тут, блядь, полет можно. Блядь, опасно. Вот это, конечно, с этим бугром непонятно, что мне делать. Лучше его, может, не трогать, чтобы он у меня как запаска моя была. Ладно, столкнул, блядь. Да, туда пиздануться не очень охота. Ну, вернее, совсем не охота. Сейчас буду делать поплавнее съезд туда. Говорит, за отопление там 4000 вышло. Так, блядь, какие нахуй 4000? Если там стеклянная половина. Алло. Здорово. А, да, понял. Кто? Что за Аня? Не знаю никто. А, ты про 105-й участок, что ли? Ну, знаю. Но. А. И? Ну чё, так, не, я понял, он сказал на пятницу. Ну да, я говорю, или давай, говорю, может, на завтра, или чё, блядь, как бы... Давай на пятницу. Ну да, где-то так. Там сколько работы, как думаешь? А что вы делать будете? Угу. А я буду что делать? Подвозить просто или что? Слышал. Да. Ладно, давай. Хорошо. Угу. Как проснусь, да? Хорошо. Окей.
Ну давай, да, пока я там прошприцуюсь, заправлюсь туда-сюда. Хорошо, все, давай на пятницу, ага. Все, давай. Да, давай. Ну вот, Файна Украина звонил. Блин. На пятницу. Блин, когда же мне свои дела-то делать, елки-палки. Я говорю, хоть телефон вот не включай, но у меня просто интернет, блядь. На телефоне, а без интернета я не могу уже жить. Я уже все, как наркоман от этого интернета. Бля, ебануться нахуй. Туда вот так вот уехать, блядь, на тракторе. Пизда будет. Все нахуй, считай. Ты никогда оттуда не выедешь, ёпта. Не, ну если дорогу себе построишь... Не, если передом съедешь, то еще хуй. Если боком, блядь, тогда, конечно, вообще жесть, блядь, будет. Главное, чтобы эта хуйня не потянула меня вниз, блядь. Алло. Да. Ну я понял уже все, он мне уже набирал. Я понял, что за роман. Надо было говорить, что Файна Украина. Я же не знаю, что его роман зовут. Да. Ну, украинцы же, елки-палки, я их так Файна Украина называю. Ну, короче, да, мы с ним решили, я как просыпаюсь, я ему звоню, и он сказал, в течение часа они там подрулят. Ну, все, в принципе, на пятницу где-то... Да, завтра он говорит, я занят буду, поэтому на пятницу. Ну, да, где-то так в 2-3, я где-то... Может, раньше стану проснуться. Не знаю, как у меня будет там настроение, ну, физическое состояние вообще, что я там. До скольки я буду предыдущий день работать, я же не знаю, но уже бывает и до часу. Поэтому такая ситуация. Все, тогда я ему звоню, и мы с ним разговариваем, что там как, и все. Он там уже, я думаю, поставит вас в известность или как там, ну, я не знаю. Короче, мы вот решили вот так вот, хорошо? Все? Все. Окей, на связи, ага, до свидания. Так. Ну, тут кубов-то немного, так-то. И грунт такой еще более-менее не слежавшийся берется. Блять, камни, сука, ненавижу, падают эти. Зараза, они потом могут под колеса попасть. Блять, немножко надо расширить, наверное, мне эту. Ой, какая высота. Тихо, тихо, Мухтар. Вот так вот, наверное, вот это стекло у людей разбилось тогда. Вот так вот полетело, ну я думаю. Потому что то стекло разбить, ну так просто, блядь, ну никак. Только вот таким образом. У меня, кстати, оно купленное есть, лежит новое, но я не клею. Потому что надо лобаш новый ставить. Этот-то лобаш у меня, он я кувалдой припечатал. И он не от этой модели трактора. Он больше, чем мой проем. Но я его все-таки умудрился сюда вклеить. Но я выпиливал... нижнюю форточку, чтобы повернуть ее по-другому сделать. Так что мне, чтобы поменять лобаш на новую поставить, эту форточку опять выпилить, вклеить, и эту новую вклеить. То есть зачем-то завод-изготовитель стекло сделал на 1 сантиметр меньше, на 1 сантиметр больше есть. И вот мне как раз прислали по вину, но, блядь, сука, нахуй не тех размеров. Да. Где? Куда? А, вижу, да. Еду к тебе, давай. Так что мне, чтобы сделать, получается... Мне придется вырезать все стекла и снова вклеить.
давай мне. Блять, из сэндвича. Сэндвич у меня немножко есть. Может так и сделать. А вот СИП-панели. Это которые с USB, пенопласт USB. Это какая там какая-то, тоже скандинавская какая-то технология. О, Golf 3. Трофейная. Блин, у меня был такой как-то Golf 3. Я брал бензиновый у Фина за 500 евро. Двигатель отдельно с коробкой лежал. Приезжаю, короче, он говорит, да коробку спиздили. Ну, короче, сам продал коробку. Меня кинул на коробку. Ну, я его растаможил. 1006 или 7 кузов растаможка. Потом купил дизельного гольфа второго. Все целый, заебись, работал за 200 евро. Движок за 70, по-моему, растаможил. И, короче, потом я собрал и гольф тот продал. Примерись, сможешь ты его погрузить? А что за А что за железки это такие? А что грузить-то? Песок. А где он? А где-то вот тут рядом. Давай пробую. Да ничего там, борта наращивать собрались. А, это эти. Посмотрим, блядь. Только я его не смогу загрузить. Ты что, отсюда ты, если возможно, перевезешь ему 20 кубов, что? Час времени так же и потратить. Час? 20 кубов? Ну, не часто, навряд ли. Да ну. 5 минут поездка вот две стороны. Ковш, ну куб это край. Теперь умножаем нахуй. 1 на 2. Ну, он, ты не всегда его полный возьмешь. Считаем куб. 5 минут поездка. А это я для безопасности. Вдруг у меня обвините, что я ФАВ повредил там случайно или что-то. А это твой трактор? Да. Ну что делаем-то? Ладно, давай тогда там дальше продолжим. Так и тебе самосвал надо, что ли? Я нихуя не... Тебе самосвал надо, что ли? Или что? Я не понял. Да я вот фиг знает. Ну давай, ладно, пока там. Вот этот ЧФАФ, это их вся тема. Участки ихние, они как бы их ДНП, я так понял. Третий гольф такой ничего мне, ну как бы, не то что нравился, я не это. Я как бы фанат старых гольфов был, мне очень нравились старые гольфы, у меня были их... Сколько? 4, наверное, у меня было вторые гольфа. Дизельные 2. Нет, 3 дизельных. И один бензиновый. Очень мне нравилась машина. С виду маленькое, место мне просто пипец. Где-то арматура, сука, валялась. Ну-ка нахуй отъеду-ка, я посмотрю.
меня глючит. Бля, мне казалось, туда ехал, мне казалось, что я видел там арматуру. Ну да, вон она лежит, сука. Или это палка? Этот дом получается, что похож на этот. Так он фахверх, по-моему. Типа вот так вот каркас виден с улицы. Фахверх. Вроде так у него название. Да, они там борта хотят на этой, конечно, фаби на этом нарастить. Тройкой не взять. Ну, четверкой, кстати, может быть, и можно будет загрузить, но тройкой не взять будет. Ну, или именно моей. Может быть, какой-то и можно сделать. Моей не сделать. Два камня, ну там они торчат, сука. Опасно, блядь. Ух ты, блядь. Понесло меня, блядь, вниз. Сука. Понесло меня вниз, блядь. Чуть не офигел, нахуй. Звонков-то сегодня с ума сошли, что ли? Да, алло. Алло, алло. А? Ну, копаю я, говори. Привет. Ну, это... Да, ну, это вообще-то моя Митсубиши, я просто человек ездил. Нет, послушай меня, ну, как бы, да, места больше там, получается, нету, потому что вилла, автобус мой стоял впереди тебя, грузовой. Он как бы приехал, то он должен стоять на того, где ты сейчас ставил тачку свою, поэтому я тебе и говорил. А... Так что нифига, что-то уже не получается. Чё-чё? Еще раз. Да-да-да, там
Вот в этом ряду, где ты сейчас стоишь, ты можешь только крайним поставить, рядом с кретой. Крета самая крайняя стояла в этом ряду. Вот к ней только можешь поставить, там еще вот место есть. Вот тут вот все, больше как бы, ну как бы нету. Ее сейчас нету, она вечером приезжает. Вот в этом же ряду, где ты ставишь, только справа крайний Chevrolet Aveo синий стоит, а слева самая крайняя Крета стоит. Вот к ней только с левого борта ей ставить, и все. Ну, больше по. Лес. Это, да, это место ничьё. Нет, это кто-то, если, ну, как бы, чьё-то место вдруг заняли, они туда ставят, это резервное место, я его трактором сделал специально, чтобы было для людей, ну, как бы. Просто у меня трактор, я всем там места делал, понимаешь? И вот оно ничейное, я его изготовил, можно ставить туда, никто не предъявит вообще тебе ничего. Этого вообще ничьё место, просто ничьё. То есть, ну, оно общее, никто его себе там не пытается отжать, ничего, поэтому типа резервное, гостевое, типа, да, пожалуйста, ставь туда, вопросов нету никаких. Давай, пока. Видео опять будет длинное, я извиняюсь, просто это хроника дня, и поэтому такая длинная. Я не работаю на публику, поэтому извиняюсь. Они как и есть видео, так и не есть. То есть есть нецензурная лексика, есть всякие рассказы. Все это мое личное дело. Если бы я работал на публику, тогда все бы это по-другому выглядело. Я не работаю на публику. Канал просто информативного характера. Кому нужна, тот слышит эту информацию и ее переваривает. Кому она не нужна, эта информация, тогда я, извините, ничем помочь вам не могу. Не едь, блядь, туда.
В Вильнюс можно будет добраться за 4 часа. Отличная перспектива. Илья Лартов, Галина Верлакаева, программа «Добрый вечер» на Русском радио. Вильнюс. Единственным и неповторимым. После завершения строительства Вильнюс я тоже хочу. Европейского стандарта Рейл Балтика, который свяжет Хельсинки. Вильнюс я тоже хочу. О, Хельсинки-Варшава, это вообще зачет. Потому что там только 800 или 900 километров. Потому что Хельсинки-Варшава, это зачет, потому что с Варшавы самолеты улетают, они дешевые. Везде. Почти все направления дешевые. Поэтому, если такое будет, это зачет. Ну, если, конечно, мы доживем до этого момента, если нас не уничтожат до конца, это... наше правление. 4 часов, это будет реально очень круто. Потому что, смотри, из Вильнюса в Варшаву можно будет доехать за 4 часа. О, из Вильнюса в Варшаву. Чем за 4 часа, а в Вигу вообще за 2 часа. Потому что кофе можно будет ездить пить. Да, кофе. Вообще заебись, кстати. Скорость 250 км в час. Ну, это как в Финляндии такая же скорость. Я хочу тебе сказать, что стоимость
эстонского отрезка примерно составляет по... Я что-то сомневаюсь, что здесь какой-то Терекс делал то же самое, что и я. Блин, что там не падает? Никакой камень у меня с ковша, пока я вот так еду, торгую еблом, блядь. Расширять. Тусковато чуть-чуть. Камень упал, падла. Маленький камешек. Маленький, это же небольшой. Ух ты, блядь! Нихуя себе! Сказал я себе, блядь! Ебать, он помчался вниз, чуть не охерел, блядь! Ёб твою за ногу, еще не хватало туда спикировать, блядь! Бануться, блядь! Очканул! Что-то я, Славик, очканул. Как он поехал вниз, блядь. Ну не поехал, а поскользил, блядь, вниз. Офигел, блядь, конечно. Думал, сейчас туда бы не упасть. Ебануться, а?
Очкуй, Славик, очкуй, я что-то... Получается, видите, нагрузка большая, на жопа отрывается, ты ковш набрал, и ты стоишь на... вниз, короче, мордой, и получается, что задние колеса отрываются так-то от земли. Получается, блин, что сцепление не такое, а передние, они получаются узкие, и ты как бы скользишь вниз. Ну, не то что... Они просто скользят, передние колеса, из-за того, что, ну... Сцепления у них нету, получается. Вся масса на передке получается. И он не может удержаться. Вот сейчас, например, тормозом держал одним колесом. И ни хрена, он вниз его тащило. Я чуть-чуть сейчас сделаю такой карман для того, чтобы, ну, оттуда немножко спускаться. Ну, как бы побезопаснее, конечно. А, блядь, нихуя себе. Какие-то там подземные камни какие-то, зараза, блядь. Да. Да, говорит, прям на березу надо, ну, блядь. Конечно. Береза на березу, немножко расшириться надо. Вот карманчик сделал, уже немножко безопаснее. В том смысле, что есть, если что, вот этой стороной колесами где-нибудь упрусь, но есть шанс, что я туда не спикирую. И я могу вот так на бок еще делать. Видите, если из этого карманчика выезжаю. Ну, все равно как бы чуть-чуть очково это все. Такое занятие. Блять, что там Сторона-то зыбкая еще, но она не трамбованная. Как бы, блядь, может трактор унести нахер вниз туда. Что-то тормоз, аж пальцы на ноге онемели. Это интересная, скажем, работа, но чуть-чуть опасная. Чуть-чуть она опасная.
Пиши, напиши карту. То есть ты едешь на машине? Ты едешь на машине и видишь перед собой пропасть, над которой вот висят вот эти вот зебры. Не знаю, там они выглядят как белые параллелепипеды, наверное, длинные. Правильно я сказала сейчас слово? Вообще смешное слово. Возможно, благодаря этой трехмерности пешеходного перехода участники дорожного движения смогут увидеть их больше, чем обычно, расстояние. В принципе, на это и делается. Ну а почему так происходит? Потому что и водители, и велосипедисты очень часто игнорируют пешеходные переходы, подвергая опасности переходящих дорогу пешеходов. Но теперь, когда ты увидишь, как видишь, пропасть, да, это ты вынужден будешь надавить ручками тормоз. И слушай, я так себе торможу, поэтому... Вот уже почти сделал такой тут автобан. И нормалек. Съезд туда у меня есть. Так вот. Теперь до деревца я доехал. Уже почти все осталось. Банды. Все здесь уже будет. Так, на пятницу работа есть. На воскресенье тоже уже есть. На завтра вот пока перспектив нету, ну блин. Мне бы поставить бы свои дела бы завтра бы сделать бы, а было бы вообще бы хорошо бы, а. Сейчас заработаешь 10 тысяч в день, а если домик построить, это 2 дня сдачи, понимаете? То есть, так, минус эксплуатация трактора, да, замена масла, ТОшки и износ деталей, но ты заработал типа десятку, минус топливо, в итоге ты ничего не заработал, а сдача недвижки, получается, что затрат-то нахуй никаких-то и нет у тебя. И за 2 дня ты эту десятку заработаешь. И трактор целее будет. Как бы. А так я нихера не сделаю, и зимой я ничего сдавать не буду. Буду, короче, ничего не делать буду. Буду сопли жевать. Кому надо, как бы немножко
пограмотнее делать и приоритеты посмотреть, какие важнее. И то дело и выполнить, которое тебе важнее и будет приносить большие прибыли. Мы же все работаем, чтобы меньше было затрат, а больше наживы. Одной рукой работаю. Ну все, тут осталось ковшей 6, наверное. Где-то возить. Где мои кураторы? Я их пока не вижу. Так, пойдем посмотрим домик. Опа, бля. Вот видите сэндвич. И больше ничего, блин. Ну это сверху, наверное, типа обшивка. Ну да, это доска здесь еще сверху декоративная получается так. Гри, поровняй, говорит, умник. Так камни-то убирай, я за тебя их не собираюсь убирать, камни, чтобы они меня здесь за ковшом катились, блядь. Умник, нахуй. По камням ездить мне больше делать нечего, ну чё. Поровняй ему, блядь. Как будто здесь песок чистый, без камней. Ухари, блядь. Сидит ферзь, блядь, ёпта. Ты ж показал два туда, я туда высыпал. Вы вот эту сторону выставили. Ну. Вот эту сторону надо, это крайний. Так надо еще вести два ковша где-то. Одного мало. Хорошо, давай. Камни убирай, камни убирай. Черт, блядь, показал куда высыпать, сейчас что говорит, блядь, вы туда высыпали. Так я высыпал вклад, ты мне показал. Чепушило, блядь. Что там, закрас туда подъехал. Мне ж там набирать надо. Семь часов времени, уже темень. Сумерки. Пипец. Вообще резко. Каждый день на 10 минут, на 15 уменьшается день. Еще вот эти две кучи, может, придется перевести туда.